Кроу, есть для тебя заказ. Корпораты зовут такое ликвидацией человеческих ресурсов. То есть, кое-кому надо уйти. Оплата привлекательная, но это и понятно. Твоя цель из животных. Почитай письмо с подробностями. Куда лезешь, тля? За вход платить положено. А что тут у вас? Раз ты спрашиваешь, значит, тебе здесь не место. А ну прочь с дороги. Чё? Думаешь, я тебя пропущу, потому что ты такой борзый? Я не думаю, я знаю. Шаг в сторону, быстро. А, окей, иди, раз не имётся. Пудово. Без проблем. Видать, ты его не знаешь. Никакого случая. Он парню череп нарочно проломил. Теперь сидит у себя наверху и бухает. А, ну окей, как хочешь. Ну, кто на очереди? Есть желающие? Частная территория, только для сверхлюдей. А тебе что надо? Слушай, я тебя как будто знаю. Ты же из Уотсона? Твой отец работал в мастерскую Салмана. Ну, работал, пока его не замели. Да, точно. Посадили за ворованные диски. Ну, за диски в том числе. Вон орат легавые. Люди на улицах мрут, как мухи, а этих волнует только, кто где какую запчасть крутил. Так чего тебе надо-то? Это ведь бойцовский клуб? Ага, для животных. Тут раньше фабрика была, типа лакокраска или хуй знает. Ну, мы оборудование завезли, ринг поставили, и будьте любезны. У меня назначен бой. У тебя? Интересно. Что тебе интересно? Интересно, что от тебя останется.
ты, Мипуто! Я наконец-то наскреб денег, чтобы вернуть тебе долг. Да придержи пока. Они тебе нужны больше, чем мне. Нет, Вик. С собой в могилу я их не заберу. Возьми. И спасибо, что столько для меня сделал, не получая взамен ни энни. Для того и нужны друзья. Я подумываю поменять хром. Есть что-то новенькое? Есть кое-что. Выслали патруль, но с ним уже несколько часов нет связи, так что либо копы свалили, либо... Можешь проверить, что там случилось? Буду очень благодарна.
Я ранен! Ох, блин. Террористическая деятельность. Уходи, пока не поздно. Надо бы осмотреться. Реджина, как бы ты описала Уотсон? В двух словах. Кабуки построили японцы, но живут тут в основном китайцы. Нордсайд сиял хромом, а теперь весь проржавел. У нас тут целый аквариум корпоратов. В прямом смысле. Понимаешь, что это значит? В двух словах не уместить. Вот это Уотсон. Ты раньше где-то в СМИ работала? Догадаться нетрудно, но ты молодец. Наблюдательный. Почему бросила? А кто сказал, что бросила? Информация — это оружие, Ви. Я просто сменила калибр. До связи. Thank you.
Бесполезно. Я знаю, куда буду бить еще до самого удара. Классика. Хоть бы что нового. Я пришел драться. Который из вас мой соперник? Я. А, двое один за другим, значит. Так не договаривались, ну что уж. Кто первый? Не-не, ты не врубаешься. Оба этих тела — это один человек. А в смысле? У меня в глазах двоится? Я раньше близнецами был, как нетрудно догадаться. Самые близкие люди. Но вот захотели стать еще роднее. И установили синхронизаторы нейронных колебаний. И вот, как видишь, теперь я один человек на два тела. Мои тела делают все вместе. Вообще все. А вы всегда все вместе делаете? И в койке тоже? Девчонка у меня одна на оба тела, если тебе это интересно. Обоим хватает. Это как? Один сверху, значит, обрабатывает, а второй снизу? Козлина ты! С понедельника по среду она с одним телом, а с четверга по воскресенье с другим. Окей. Ну тогда поднимайте ставки. Согласен. Так будет справедливо. Ну что, можем начинать? Ну давайте приступим. А ты? Попросишь пощады, как твой братец, или хочешь еще? Он не мой брат! Он это я! Что ж до тебя не дойдет никак? На, твои призовые. А что, нехило? Ничего, в другой раз получится. Хорош сам с собой болтать. Ребят... Не могу не спросить. Вы друг у друга мысли читаете? Нет, нет. Я один человек. И сознание одно. Иначе меня бы уже от шизы лечили. Офигеть. То есть раньше вас в цирке показывали, а теперь вы до бокса доросли. Да иди ты... А Рипер-то ваш часом не бухой был? А то рук вроде четыре, но все как будто левые. Заткнись! Ну что, Кассиус, как бизнес? В последнее время не жалуюсь. Макс так недавно разгромили подпольную клинику. С тех пор поток пациентов вырос, и цены у меня тоже подскочили. Совпадение? Как знать. Насчет татуировки. А что с ней? Воспаление? Внезапное раскаяние в содеянном. Я уже смирился. Мне интересно, набивал ли ты еще больший хардкор? А, ну...
Был тут один, просил надпись «Нахуй корпорацию Найт» большими буквами. На лбу, по центру. Да уж. Что, бывший сотрудник? Чиновник из мэрии. Так что расслабься. Я в этом деле давно. Видал и хуже. Что есть хорошего? Выбирай. Честного копа в этом городе. Ее зовут Анна Хэмилл. Она расследует что-то такое, из-за чего ее хочет убрать целая куча народа. И ей лучше закрыть дело, если ты меня понимаешь. Звучит, наверное, так себе, но кому-то же надо выполнять это задание, верно? Может, ты как-нибудь на нее повлияешь? Я не знаю. В любом случае, инфа в письме. Это что? Где нормальные креветки? А вы чего хотели? Мы в Кабуке, а не в Норд-Уолке. Много вы, кочевники, про Кабуки знаете. Давайте без скандалов. Ну, киньте туда ароматизатор для запаха. 15% скинешь? Возьму. Эти люди называют кочевников грабителями. Ладно, по рукам. Креветки свежие? Только что доставили. Прямиком с лучшей аквафермы в Найт-Сити. Аквафермы? А вы как думали? Из Пасифики? Я этот мусор из океана не ем и вам не советую. Есть хочу. Что у вас тут можно взять? Ой. Видели эту женщину? Я здесь продаю еду и хочу продолжать в том же духе. Больше мне сказать нечего. Храни вас, Аллах. Ну, привет. Има. Llegaste hace poco? Славный денек, да? Чего тебе надо, друг? Знаешь эту женщину? Ей около 30, чуть пониже тебя будет. Говорят, часто здесь бывает. Это Кабуки. У нас тут кого только не бывает. Умников, я смотрю, тоже хватает. Да, и умников тоже. А есть умники, которые копа в лицо могут узнать? Может, ты ее все-таки видел? Может, и видел. Я сейчас подумаю, ты пока посмотри, чем я торгую. Вдруг купить чего захочешь. Денег моих ты не получишь. Фу, не настаиваю.
Ты что, укрываешь копа? На территории тигриных когтей? Я клянусь, и в мыслях не было. Я-то верю. А вот они... Знаешь, что они делают с теми, кто им врет? Вырезают все им планы. Начисто. А иногда ничего похуже. Ладно. Ладно, понял. Она снимает номер в этом мотеле. Тебе вон туда. Эй, я тебе что, банк? Ну, разменяй. Мне сдачу давать нечего. Кто меня заказал? Имя! Имя говори! Я могу сказать тебе только, кто взял заказ. Ха! Ну, давай, рискни. Я готова. А ты? Жаль девочку, если честно. Я думала, ты решишь вопрос по-другому. При помощи слов, например. Ладно, заказ закрыт. Это что получается? Каждый встречный может сюда завалиться и купить какой-нибудь мегавирус? Почему не каждый? Официально мы просто чиним кибердеки. Но если ты придешь по рекомендации и внятно объяснишь, что тебе нужно, думаю, мы сможем договориться. Можешь рассказать, как погибла Тибак? Конечно. Ее закоротили, как и всех, кто угрожает Арасаке.
Она умерла в своей квартире. Ей спалили нервную систему. Представляешь, как это? Нет, не то чтобы. Говорят, это как будто 100 000 ножей пронзают тебя одновременно. По-моему, самая худшая смерть. Так жаль. Хорошая была девочка. Я от Тибак. Она сказала что-то забрать у вас. Так это ты, Ви. Слышал, наверное, что случилось. Такой ужас. Она оставила тебе демона. Подарок из загробного мира. Должен работать на всех деках третьего поколения. У меня мелитеховская паралайн. Справится. Хорошая дека для начинающих. Окей, лишний демон точно не помешает. Можешь его проверить. У меня есть точка доступа. Если хочешь, конечно. Может, найдешь хороший софт или подпрограмму. Я бы попробовала на твоем месте. Что крутое на продажу? Да, если тебе это по карману. Ты Хван Бо? 그래, 근데 다들 날 치타라고 불러. 내가 또 치타처럼 존나 빠르거든. 네, 니 пизди. Как ты сюда попал? 야, 차 타고 왔지. 걸어 왔겠냐? 이 근처에 주차해뒀어. Дай-ка я поведу. Думаешь, я слепой или глухой? Завали пасть, а то пуля влетит. Thank you.
Это Гуи! Что это нора?존나 아슬아슬했는데 그래도 우리가 해냈어! 다 уж ты герой. ладно, мы на месте. Вылезай. 야, 잠깐만! 아, 근데 저 새끼를 믿어도 돼? 아, 너 가면 내 콩팥 떼가고 그러는 건 아니지? Это не мои проблемы. Я, кром. Чё, кром, икон, оте? Наль таси тоширо тереда чмян? Вылезай, а то я тебя сам на органы продам. Арассо, араттаго! А дэримян дэжона! Кригу, отелесо дуажосо, гумаусо. Добро пожаловать в реальный мир! Безупречная работа. Кван Бо говорит, тебя надо прозвать Бешеным Львом. Видимо, он всем доволен. Сейчас закрою заказ и вышлю тебе твои деньги. Thank you.
доехал. Буду ставить тебя в пример другим наемникам. Спасибо, заказ закрываю. Какие у тебя утренние процедуры? Микроочищающая криомаска. Потом 100 раз на пресс, 2 допаминки и ложка маточного молочка. Погоди, типа пчелиного, что ли? Ты, конечно, вымерли 100 лет назад. Когда есть эти, можно что угодно вымутить. И пчел тоже. Интересует? Могу устроить, братан. Личико будет как конфетка. Immediately.
Красиво и тихо. Хотя о разводе мистера Гутьерреса этого не скажешь. Изумительная работа, Ви. Закрываю заказ. Madre! ¡Al suelo! ¿Cuántas veces voy a tener que repetirlo?
Угадай-ка, что тут друг с другом не сочетается. Сдаюсь. Подсказка номер раз – Милитех. Подсказка номер два – Валентина. Это Ви, я разобрался с Хосе. Превосходно. Блестящая работа. Выяснил, кто вытащил его после убийства копа? К сожалению, нет. Жаль. Мы могли бы сорвать на этом большой куш. Падре, погоди. У них здесь полно оборудования Милитеха. Откуда? Они его что, украли? Трудно сказать, но явно что-то замышляли. И что же? Ну, не знаю. Ладно, попробую сам выяснить. Потом поговорим. Thank you.